Я вообще не местный, я родом из города Лесного. Здесь я учился в институте в Екатеринбурге. Приехал вот сюда, переехал жить на постоянку, и встал вопрос о том, куда пойти работать. И тут еще возникла сразу же ситуация с коронавирусом. Кушать-то хочется, денег ограниченное количество было с собой. Поэтому я пошел в такси, я не думал, что все вырастет тут до такого уровня. Освоился в работе. Начали появляться первые фотографии из рубрики «Необычный пассажир» в Инстаграме. Я не блогер, я раньше вообще этим не занимался. Это для меня новая веха в развитии, так скажем. Я просто обращал внимание на интересных людей, интересных животных, каких-то прикольных, стриженных маленьких кошечек, собачек. Ездили тут китайцы, негры, девчонки, парни, эфиопы, камерунцы, французы, сборная ЦСКА по баскетболу. Я обратился в международное агентство мировых рекордов, Интеррекорд она называется. Вот, они приняли мою заявку, одобрили, написали мне, как это все должно быть сделано, чтобы они смогли проконтролировать. И мы приурочили старт проекта для того, чтобы немного подготовиться к 31 декабря 2021 года. Проект будет длиться ровно год, то есть весь 2022 год я буду работать, выполнять свою работу и просто сфотографироваться с пассажирами, которые будут согласны поучаствовать в проекте, стать частью рекорда, стать частью мирового рекорда, да, просто сфотографировавшись со мной.